Действующее прекращение огня должно стать постоянным и привести к оживлению торговли, экономических отношений. Как передает канал 13, об этом министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлют Чавушоглу. «Я неоднократно подчеркивал это в ходе своих визитов в Азербайджан, Россию, Армению и Грузию. Прошлое мы должны рассматривать как дорогу в будущее и использовать это в положительном русле. Сейчас для всех шести стран создана предпосылка. Мы можем осуществлять деятельность для еще большего развития региона и этих шести стран. Сюда входят наземные пути, железные дороги, энергетическая сфера. Я оптимистичен в данной теме», – сказал Зариф. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.